Друзья, в этом видео будет много мата, бомбежки, поэтому всех нежных зрителей сразу предупреждаю. Ну и на Prefire прошу вас поставить лайк и оставить классный комментарий. Вы знаете, ребята, я вот смотрю сейчас на эту карточку, и мне до сих пор не верится, что она мне действительно упала. 97-й Зинедин Зидан. 5 плюс 5, статы невероятные, миллиард талантов. Естественно, мне стало интересно, как эта карточка будет чувствовать себя в игре. Действительно ли будет все так круто, или же все не так хорошо, как хотелось бы. Ну и под карточку Зидана, ребята, я решил собрать интересный сквадик, и начнем с позиции голкипера. На воротах Минди из Челси. Ничего гениального, 1,97 м, и это главное. Справа у нас будет стоять Замброта, наш постоянный гость. Центральный защитник Кристенсен и Ленделев. Статы просто идентичны, вы посмотрите. Мало того, что рост одинаковый, так еще и статы пейса, защиты и физики. Просто Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, типа, яшники вообще не заморачивались. Слева у меня Чилвелл, которого я поймал где-то в начале, когда еще эти зеленые карточки падали. Тогда он уходил за 100 тысяч. Я подумал, что прайс в 100 тысяч это как-то несерьезно, засейвил, теперь он стоит 300 тысяч. Вот такие вот инвестиции. В моей команде также будет Бруно Фернандеш, который будет линковать Линделёфа и два нереальных итальянца. Что это, блядь, такое? 5 плюс 5 Верати, 98 рейтинг. Ну, естественно, его братишка, это Флоренци, 95 рейтинг, у которого тоже 5 плюс 5. То есть, вы понимаете, в моей команде уже 3 футболиста, у которых 5 плюс 5. Ну и в атаке у меня будет бегать Бен Эдер и Кенни Далглиш, которого я тоже поймал, и у того и другого 5 звезд на слабой. То есть, очень много футболистов, у которых именно вот пятерик то ли на слабой, то ли на финтиках. В частности, у Замброты тоже 5 звезд на слабой ноге. В общем-то, вот такой, как мне кажется, интересный сквад я набросал. Давайте затестим, что из себя представляет вот это вот... карточка Зидана. Друзья, 17 числа пройдет Суперкубок России. Зенит будет играть против Локомотива. И ставочку вы можете сделать у моих постоянных спонсоров. Это легальная букмекерская контора BetBoom. А при регистрации, если укажете мой промокод, получите до 2000 фрибетов. Ссылка будет в закрепленном комментарии. Переходите и делайте ставочки. А если вам нужны монетки, ребята, мой личный сайт PandaCoin к вашим услугам. Ссылка также будет в описании. Какие вообще нынче сейчас команды в Ultimate Team? Я что-то давно не заходил, и, собственно, вот... Маунт вообще себя кайфово чувствует, например. Курск 124 рус. Это, видимо, какой-то русский еще. Так, ну что, ребята, я давненько не играл в FIFA, хочу вам сказать. Как-то вот жизненные обстоятельства сложились так, что чуть реже захожу в эту игру. Будет, конечно, любопытно посмотреть, проебал я свой скилл или нет. Так, в первую очередь, конечно же, мне интересно затестить Зидана, потому что, сами понимаете, карточка выглядит просто огненно. И вот такой вот лонгшот, ну, прям голкиперу. Ну, слушайте, в дриблинге он, кстати, прикольно чувствуется. Ну, типа, я думал, из-за его роста это будет какая-то неуправляемая хрень, но при этом он управляется очень круто. А ну, что насчет лонгшота? Ну, какие-то сумасшедшие позиции, конечно, выбираю, но, блин, у него статы там такие, что хотелось бы вот что-то прям, вот знаете, сумасшедшее в стиле Зидана забить. Скорее всего, я сейчас пропущу, во-первых. Хотя вот так вот переиграю, блядь. Не туда подвинул голкипера. Нихуя у него вышел, блядь, Акуня 98-й. Нормально ты, пацан, присунул меня. Так, надо ему быстро с киков забить, чтобы он не расслаблялся, сука! Ага. И на нахуй. Ебать, перекладина, во, вот. Про такие удары я говорю от Зинедина Зидана. Вот такие вот удары должны у него лететь. К сожалению, сейчас перекладина, но в следующий раз, возможно, мне повезет чуточку больше. На! Зидан! Ну вот как, блядь? Ну, сука, каждый удар это блок ебаный. Ну вот так вот! Ну, вот тот удар вроде хороший был, но... Так, Зидан, продемонстрируй свой нереальнейший пас! Ебать, он дал! Ребята, я говорил, что у Инесты автонаводящиеся пасы, но Зидан что сейчас сделал? А вот так вот. А вот так. Ёбушки, какой плохой удар, Зидан. Блядь, 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 ну... Ну это же хуйня, ребята, ну вот согласитесь, это ебаная хуйня, я отбил мяч. Я, блядь, отбил этот ебаный, блядь, мяч. Охуеть, охуеть. Вот реально, я долгое время не играл в FIFA. Думал, сейчас зайду, получу удовольствие. Во-первых, вот это что за говно, блядь, он мне забил? Минди, блядь, отбивает. Чем он отбивает? Пузом, блядь, ебаным своим, блядь. Тимс, на, блядь, добивай самой лето, блядь. Ну, у тебя не получился удар, ну ты не переживай, на тебе идеальный, блядь, отскок на ебаную ногу, блядь. Замброта делает отбор, идеальнейший, казалось бы, прайм-версия в моменте, блядь. Отбор, и что происходит? Он просто идет дальше. Ну, типа, он отобрал мяч, хоть нахуй дальше стараться. Я лучше пойду, блядь, ты еблан, блядь. Ну, ты еблан, ответь мне на вопрос, блядь. Ты кусок ебаного момента, блядь.
клей момент, и то лучше в этом моменте сыграть. Что это, блядь, за говно, блядь? Просто мяч сквозь ногу, все сквозь ногу и просто убежал. Иди нахуй, игра, блядь. Лучше бы и не заходил, блядь, столько же времени. Хули так жарко, блядь, ебаный рот, блядь. Я как будто в аду нахуй нахожусь, блядь. Мало того, что я в аду, так я еще играю в эту адскую игру, блядь. Ой, блядь, еще эти мотоциклисты ебаные, блядь, идите нахуй, блядь, сидите дома, какие нахуй мотоциклы, блядь. Блядь, ну вы реально посмотрите на эту сучью игру, блядь, просто соперника ищет 5000 лет, специально сейчас ищет какого-то киберспортсмена, который меня 5-0 выбит, блядь, я вам базарю. Блядь, че, одни русские, что ли, нахуй в этой игре остались? У каждого Яшин, у каждого русский никнейм, все, блядь, иностранцы ливают из этой игры, а русские продолжают гонять в эту игру, я все правильно понимаю? Так, мне, кстати, тот чел отписал вроде что-то. Так, давай смотри. Привет, извини за такой отскок в конце. Добра тебе в кубке фиферов за тебя. Спасибо. Ну, этот чел хотя бы с добрыми намерениями отписал. А то обычно, знаете, кто-нибудь выиграет и начинает писать. Ха, лох, соснул, всосал там, блядь, еще какую-то залупу. Да, блядь, ну я опять что я сейчас пропустил? Ну, что я опять сейчас пропустил, ребята? Ну, вы видели это говно? Бля, ребята, кто-то может подумать, что я на ТБС играю или еще что-то. Нихуя, вот, смотрите, как я стараюсь. Я подкат делаю, бля, этот чел даже не падает, бля, нахуй, из титана состоит. Бля, что за отскоки, бля, боже, я не хочу в это играть, помогите. Ребята, помогите кто-нибудь, я в ахуе просто от того, что происходит на поле. Я еще ебанулся, что ли, совсем. Зидан, ну-ка, бля, очередной шедевральный пас. Далглиш, я твой рот ебал, Далглиш. Ну вот что сейчас я сделал, блядь, не так? Что за жизнь, бля. Ну давай, забей, конечно. Бля, я в ахуе просто, я в ахуе. Чё мне залетает, ребята? Давай, Зизу, хороший пас, шикарнейший пас. Перекидывай. Я долбоёб. Бля, ребята, страшно за свою судьбу на кубке фиферов, честно. Чё-то я, блядь, вообще ноль. Отлично. Ну, бля, ну пустые ворота. Пустые, сука, ворота, блядь. Сори, пацаны, у меня максимальнейшая просто тильтуха, блядь. Все, он выиграл, я ничего не хочу делать в пизду, блядь, у меня просто сил нет. Я не хочу играть в первом дивизионе, какие нахуй 1900 очков? Я играю, блядь, на пятый дивизион, серьезно. Тут, блядь, максимально объективно. Я не знаю, что со мной произошло. Видимо, сказывается, что я давно не играл в игру, блядь, и... надо бы как-то скилл свой обратно подкачать, потому что то, что сейчас происходит, это прям позорище какое-то. Время отклика просто охуительное. Ноль палок, ничего не отображается, блядь. Я, блядь, ебал рот этого создателя, этого говна. И все зависло, блядь. Я с ума схожу, ребята, я схожу с ума. Понемножечку, вот по чуть-чуть я уже схожу с ума. Время вышло, игроки не готовы. Охуительно. Время вышло, игроки не готовы и кнопки не работают. Я ебанулся. Ребята, у меня какой-то пиздец происходит, что в фифе, что в реальной жизни. Простите, пожалуйста. Кенни Далглиш, блядь. Добрый вечер. У меня тоже есть такой персонаж. Блядь! Чуть не забил! Так, все, ребята, я максимально серьезно настроен. Вот сейчас, блядь, игра пойдет. Чекайте, смотрите, вот. Видали? Ой-ой-ой. Зидан уже как бы намекает, да, что он не просто так это делает. Бля, это опять русский, какой-то Владос. Чисто, бля, прожарка от подписчиков, знаете. Да, в принципе, похуй с какой же ноги бить. Бля, ну... Я просто не понимаю. Я просто не понимаю. Реально, блядь, автоблоки выкрутили на какой-то невозможный уровень. Не какой-то невероятнейший уровень, я бы сказал бы, этих автоблоков. Даже вот такие вот дефолтные говноголы не залетают уже, блядь. Так, мне похуй, блядь. Пока я за Зидана лонгшот не забью, я не уйду. О, Зидан, шикарный пас на Далглиша. Но Далглиш не забьет, конечно, нахуй надо. Нахуй забивать в этой игре, блять. Это какой-то пиздец, ребята. Я вам отвечаю, это пиздец. Да, бля, ну Зидан, как он не забивает? Ну, 97 рейтинг. Ну, типа, удары, вроде, казалось бы, у него, ну, плюс-минус летят. Но каждый раз все выше и выше, блять. Я не знаю. А можно меня понизить, пожалуйста, на 10 дивизионов, блять? Что это за команда? Ну, что это за очередной кейк, блять? 4 рарные карточки... перемешанные с какими-то топчиками. Это какой-то новый тренд? Объясните мне. Никита Псков. Бля, вы прикалываетесь, что ли? 4 русских соперника подряд? Я забил гол. Классно. Ребята, все счастливы. На! Вынимай, бля. Во, ребята, игра пошла. Игра пошла.
Зинедин Зидан заиграл. Блядь, ну это пизда, это пизда, это пизда. Я вот так вот сделаю. Ха! Идеально, ребята, идеально. Блядь, игра на моей стороне, я вам отвечаю. FIFA, видимо, увидела мои страдания, такая, ладно. Этот матч будет твой, брат. Играй. Блять, какую хуйню я пропустил, боже! Я могу сделать уже топ-5 хуёвейших голов, которые я пропустил в этом выпуске. Опа. 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 Зидан, бля, проснулся нахуй, наконец-таки. Хэт-трик от лысого, блядь. Ну, куда же без кикофа, блядь. На, нахуй, вынимай, сука, блядь, этот матч я не отдам, блядь. Давай, лысый. О, лысый, блядь, забивает. 4-й гол уже от лысого, я в ахуе. Без офсайда? Вы знаете, я рот ебал эту игру, блядь. Я лучше вот так вот поиграю. Ну, типа, сами понимаете. Блядь, я не должен, блядь, этот матч отдавать. Вы что, ебанулись там все нахуй? Я аккуратно иду в атаку, ребята. Я аккуратно иду в атаку. То есть, кто думает, что я тяну время, я этих людей осуждаю. Так, ну что, ребята, Зидан. 9 ударов, 4 голешника. В этом матче он показал вообще все, на что он способен. Я думаю, десятку получит, да, десятка. Бля, ну голы, конечно, которые я пропускал, это просто легендарно. Вы посмотрите, Кристенсен первый на мяче. Что он делает? Что у него с ногами? Почему они заплетаются? Почему... Много вопросов, ребята. Ну, короче, скользит куда-то, как корова на льду, блядь, отлетает. Я такой, окей, ладно, я возвращаюсь. Снова первый на мяче. Но есть одна проблема. Не регается, потому что мяч идет сквозь ногу. Сквозь ногу, ребята, идет мяч. Ну это что, блядь, ну что это, бля, как все плохо, ребята. Как все плохо, во что, блядь, мы играем. Вы понимаете, я вот такое говно наблюдал еще в 16-й FIFA, в 15-й, в 14-й. И каждый раз я думал, блядь, может, наконец-таки будет человеческая физика мяча. Нет, нахуй надо, мы лучше оставим все как есть. И вот такие вот моменты будут руинить игру и создавать голевые моменты для соперников. Ну вот, он пролетает сквозь мяч, снова отлетает, блядь, нахуй, раком становится. В третий раз я отбираю мяч, ребята. И что? Этот отбор идет идеально на ногу к Инсине, который забивает. Ну, что это за чудо-юдо-гол? Вы знаете, все, что я сейчас буду говорить, это будет необъективно, поэтому я даже никаких итогов подводить не буду. Просто скажу, что карточка Зизу мне отчасти понравилась, отчасти не очень. Все-таки с такими параметрами дальних ударов 96, силы удара 92, я ждал чуточку, наверное, больше. Но, опять же, я в тильтухе. У меня скилл определенно даунгрейднулся, поэтому, наверное, это будет не объективно. Пишите в комментариях, что думаете. С вами был я, Пандос FX. Сильно не ругайте, сами понимаете. Плохой день, плохое настроение, все в совокупности получилось вот что получилось. Все, всем спасибо, чао, какао.